Ва, привет, спасибо, ты салфетку дала. Ва, спасибо, она салфетку дала. Бля, я, короче, туда буду мукбанг, потому что там люстра сгорела. Люстра сгорела. Сейчас я богославлю. Ты ебало сам закрой. Он твое место шат, что я дешевки мотажешь, а не две нога. Алло, не ебучи. А ты нахуй не рукожоп нахуй. Сел кушать и ругаешься. Гандон ебучи. За обедом не ругаешься. Иди нахуй. За столом. Ты дарас! Хватит. Нюхай, Семен. Хлеб. Ну сейчас за ней, блядь, лезут. Ой, а карачок мама жарила. Картошечку мама жарила, а я так и научился башкой дергать. И больше ничего. Я ее не жарила, варила. Башкой дергать и хуй дрочить, а больше ничего не могу делать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И пиздец, ну, вот. Ты видишь, что я могу делать? Не, картошка вообще клёва. Мама варила. Может быть, я могу что-то делать, я просто себя угнетаю так. Так, 23-го умер Шатунов, а интересно, кто 30-го умрет, на. А 22-го нацист умер. А шоколадный заяц. В этом году из знаменитостей первый умер Жириновский. А как вы себе представляете смерть? То есть видел из вас смерть? Я видел. Она ко мне приходила и меня хуй сломала. Хотите верьте, хотите нет. Бля. Некоторые мне пишут комменты. Вот ты палочки втыкаешь, зачем ты мне ешь? Хочу втыкаю, хочу не втыкаю. Хочу так беру. Да, кишкоброд умер. Царством небесно. Офигеть, чувак по 3 килограмма пельмени ел. Ну-ка, а карачок. И куда пошла? Да. Бля, что-то не удаю. Бля, сейчас. Не, сейчас. Удаю. Просто время мало-мало, все пойдет. Да, там, короче, я не удалю ролики, поэтому так быстро, короче, это. Да, тут, короче, у меня животных убало. А будете орать на меня. Так, ладно. Я, короче, я вообще не знаю, куда что положить, представляете? Так-а. Не, офигенный окорочок. Ой,
А еще с кофейси не разунил корочка. У меня собаки каждый день едят. А я не ем. Бля, сейчас забрызгаю штаны. Да. Блин, хорошо, кто себя не накручивает. Как мне знакомый говорит, мышцы прилипли на операционную мозгу, где еще нет. Это надо подсознание чистить. Забивать его другой положительной информацией. Позитивно. Думай, что все, как дела. От людей, которые думают, что у них клево все, у них все клево. Бля. Накапал, бля. Не, я рад, чтобы подписывайтесь, все. Скоро будет 1540 подписчиков. На. Не, кишка буду нормально. Что его кормили, денежку давали. Не, ну круто, что абракадабра или кто его там вытащил. Кастинг прошел, курочку съел, все. Переросся. Нормально. Хоть сыто умер. Пошиковал. Ну да. Многие блогеры помогли людям. Да, вот стрима, что монетку отпилили. Не, монетка есть. Но просмотры идут. Но монетка очень мало, но... И она, короче, это, кстати, в Google AdSense не уходит. А я как Марти получил
чтобы на Google останется все. И та сумма умерла. Вот, то есть так и стоит. И уже не поднимается, да. Жалко людей, которые недееспособны, которые там в Ютубе поднимались и в ТикТоке там. Всякие то анекдоты рассказывали, то еще что-то. И получали хорошие деньги. Не плохие. Не, ну да, я сейчас хоть работаю. Ну, я работаю там и еще ролики перевожу, стрим провожу. В принципе, у меня отдых есть, но он не полноценный у меня отдых. Мне даже на работе там мусора дофига, кубов 7. Это тоска, мне водил вообще, ты хоть отдыхаешь? Нет, хочу. Еще не хочу. Ну да, я хоть рад, что сейчас есть работа. Просто кредит у меня. Да, один кредит я погасил. Сотку погасил. За школу блогера. Представляете, брал 70, отдал 100. Вы пишите коммента. Ну, кто из вас что, кредит брал? А. Сколько взяли, сколько пришлось отдавать? Че, говорит, ложку научился держать нахуй. А? Ложку научился держать нахуй. Не пан разговаривал, говорит. Ага. Дуаненька, давайте подписывайтесь. Жмите класс, лайки. С вами, как всегда, был Серега Склеп. Думайте нормально, все будет нормально. Вот мы привыкли. Процентов 80 точно. Че лазит, сука, блядь? Который думает плохо. Вот начать хорошо думать и будет все нормально. Да. Ну, потому что да, вот ты думаешь о хорошем. И тут кот-то вот чуть долю секунды зазевался. И тебя. В голову, короче, приходят мысли какие-то, и не мысля, приходит какая-то непонятная. Ладненько, давайте, удачи вам, жмите класс, лайки, подписывайтесь. С вами, как всегда, был Серега Склеп. Ну да, вы говорите там... Нет. Да, я не знаю, что вы там говорите, ну говорите что-нибудь. Пока.